Еще одно государственное учреждение оказалось сегодня в центре нашего внимания. Конечно, не само здание, а лишь та видеозапись, на которой запечатлена администрация города Бодайбо. Что в ней необычного, узнаете в рубрике «Народный корреспондент». Внимание жителей города золотодобытчиков привлек флаг, который венчает собой крышу мэрии. По логике, находиться там должен знакомый и родной триколор. Но не тут-то было. Каким-то невообразимым образом горизонтальная палитра из белого, синего и красного цветов стала вертикальной. Издалека такую трансформацию можно принять за флаг Французской республики. Что именно послужило поводом для смены стяга, остается загадкой. Но сам факт, конечно, заставляет задуматься. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг.